Милые дамы, мы искренне поздравляем вас с Международным женским днем и в преддверии этого светлого праздника хотим подарить самое дорогое, что у нас есть. Канал Максимадзе. Здравствуйте! Сегодня у нас снова моды. Наиру, когда стать соседа, который присылают подписчики или просто гости канала. И первый мод называется, когда стать Ольгу. Что-то, по-моему, подобное у нас уже было, но давайте проверим. Девочки, мамы, бабушки, тети, девушки, ну и так далее. Всех вас с 8 марта. Всех вас с этим замечательным праздником. Будьте такими же красивыми. Будьте красивыми всегда, в общем-то говоря. Обязательно, пацаны, в комментариях тоже пишите, поздравляйте. Ну, как-то кривовато выглядит, если честно. Но давайте проверим. Как что будет выглядеть? Что-то я не уверен насчет того, что у этой музыки нет авторского права. Поэтому вырубим, наверное, ее. Да блин, да чё она мне это? Портрет, по-моему, вообще не меняется. Здесь стены, ну стены как-то кривовато выглядят. Обои, в смысле, вот эти. Ну и, кстати, вы, наверное, заметили уже, что на канале такое вот небольшое обновление появилось. На этом экранчике будет иногда что-то показываться. Так, 100%, как всегда. Так, ладно, посмотрим. Не знаю, давайте этот уровень посмотрим, я не знаю. Ну, тут, по-моему, пакости нигде не изменены, только... Вот. Часы другое. Текстура седа заменена и больше ничего. Так, мыло не видно. Don't do it. Почему они любят динамику, это звуки из хардкора вставлять, я не понимаю. Прошлое 8 марта мы страшный, один из модов был довольно-таки с хардкором связан. Сегодня у нас таких не будет. На 8 марта таких модов быть не должно. Почему задом так ходит? Стреляем машины, как это так вот выглядит. Смех какой-то, по-моему, не тот.
Так, давайте уровень этот... Блин, я еще забыл стену разрисовать. Ну ладно, давайте выйдем. Я достаточно видел, в принципе. Ладно, довольно, наверное. Я видел достаточно и... Собственно говоря, знаю, как оценить этот мод. Мод получился фиговеньким. Такой вот модик. Ладно. А следующий мод будет после короткой рекламы. Не переключайтесь. Дорогие друзья, еще не все знают, что на фандоме The YouTube Wiki есть статья про канал Максимадзе. И там написано все про этот канал. Как он был создан, что было до него, вся история канала, про друзей Максимадзе, ну и так далее. Ссылочка всегда в описании. Переходите, если интересует. Итак, это канал Максимадзе, и мы продолжаем. Когда 64 на отдыхе этот мод называется, как и игра есть с таким же названием, в которой играет та же музыка. Ну, здесь три уровня, начало отдыха, давайте смотреть. Искусство пакостей, скоро каникулы, сосед ждет и заранее хочет отдохнуть. Вот, например, сегодня он катается на велотренажере и ест конфетки. Но все это нелегко, ведь Вуди уже здесь. Но этот мод выглядит, в отличие от предыдущего, не так уж и плохо. Вот музыка вот здесь, которая сейчас играет, это из КДС и соседку вообще. И к этой игре она совершенно не подходит. Ну ладно, есть так есть. Это довольно-таки просто догадаться, наверное. Правда, коряво немного тут сделали, конечно, ну и ладно. Музыка, конечно, неплохая, но не подходит к этой игре. Легкий уровень был. Следующее у нас это маленький ремонт. Понедельник у Винсента проблема, поломалась батарея на кухне, он старается ее починить. Но он старается даже немного отдохнуть, куря табачок в коридоре. Ну а Вуди хочет улучшить день мистеру Ротвейлеру. Вероятно, у него в коридоре ремонт не доделан. Раз уж тут такие вот стены. Ну, тут уже 4 пока. Гаечный ключ вот на что можно. На батарею, наверное. Это что? А, все, я понял. Только надо сначала... Даже... Не успела, короче, да ладно, давайте ключ применять. Окей, он точно отсюда.
Так, теперь вот это. Ну вот и все. Последний уровень, батут и кофе. В воскресенье сосед пьет кофе и продолжает заниматься спортом, только теперь на батуте. Он идет на кухню за новой чашкой, и Авуди решил сделать такие моменты повеселее. В коридоре валяется пружина, она вам нужна. Хорошо, запомним. А, еще и ночь. Причем окна все ночные. Это прикольно. Пружина по-любому для батута нужна. Не успею, не успею я на батут это применить. Хорошо, а теперь понятно. Это что было сейчас? Как-то странно очень, ну ладно. А, все, понял, какие пакости там остались. То есть вот это за две засчитается. Неплохой мод. Неплохой получился. Но все-таки над ним бы еще поработать. Ладно. На сегодня закончим. Сейчас меня тут просто по делу отвлекают. Поэтому на сегодня пока закончим. С вас Викос Пизос, с меня эпичные видосы. Всех
девушек и женщин еще раз с праздником, с огромнейшим праздником. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на меня, эпичный видос, подписывайтесь на мой стримерский канал, вступайте в ВКонтакте и всем пока.